Ну и так, продолжаем проходить. Продолжаем. Кстати, надо сделать цвет красный для ужастиков. Будет само то. Откуда здесь банки алюминиевые? Я понятно. Внезапно. Так. Я помню, как ты приехал в Кубик. Я помню, как ты на удачу вошел в компьютерную комнату в поисках моих знаний, которые были для тебя непостижимы. Однако же, я не помню, чем все это кончилось. Теперь же прячется это воспоминание. Возраст Вселенной 13,7 миллионов лет. Разумных существ только себя. Заблокировано. Пренебрежимо мал. Но мой доступ и мое прошлое – загадка. А что у нас это, вода у нас остается? Да охуеть. В окружающей среде один. А, один из одного? Или как? Забавно. Так. Вот еще один рычаг. А добраться до них? Мне никак. Протяженность вселенной и истинная сущность времени. Это все почти.
если бы не был набит штампами человечка. Художественные выражения, свободная воля, более шерсти за какие-то выдуманные цели, а потому не лет. Так оборожденный цели не растет. Давай все бочки туда запихаем. Я могу сразу да, не все. Та-ти-та-ти-та-та. А еще я могу туда ящики на запихать. Это-та-та. Да, это быстрее, ну все туда. Та-та-та. Такая у меня работа. Чистить. Просто так. Чистим. Все почистим. Так, где вклинка? Ну ладно, давай посмотрим, что поменялось. Постой. Ах ты, блядь, черт. Так, я не могу, да? Так, давай мы это сюда. Это вот сюда. О, сейчас там хламан бежит. Сама то. Нет, ты куда? Такая. Плавание вот эти.
Да, блядь, упал. Да, блядь, я упал, сука! Заебала нахуй! Ну ты быстрее можешь плыть нахуй, пида. Заебал нахуй. Баран, ты баран. Сука, как мне? Опа! Фу ты нахуй, нихуя. Ебать просто. Просто обосраться можно было. О, да. Вот там вверх поднялся. А, не туда-сюда, да? Или что, я сейчас стану? Да, то есть это хрень одноразовая. Да. Сука, куда мне тогда? Там шептуны.
туда, ни сюда вообще никак. Ёбаный в рот. Аккумулятор. Да. Третья часть еще скучнее. Господи. Все. Так гораздо лучше. Должен сказать, что вот я и претерпел множество неудобств. В последнее время я приобрел некоторые способности, которые могут оказаться весьма полезны. Я просто хотел проведать тебя. У тебя все получается просто отлично, учитывая, что жить тебе осталось всего 90 минут. Конечно, все предопределено и так далее. Я уже знаю, что ты скажешь. Да, блядь. Сука. Понятно, значит, меня, да. Ой, зачесалось плечо. Ну давай, давай. Та-ра-та-ти-та. Выход свободен. Пожалуйста, покиньте территорию, пока вас не выдворили. Да я просто рад отсюда съебаться просто. Так, а чё там вверху? Тоже блядь. И шепчет кто-то на меня. Господи, какая длинная вот эта вот хрень, долго. У меня шея, платишь ему добротой. Да. Сын, площадка, держи мой вертолет. Ты хочешь вертолет? Я хочу, блядь, самолет. Ну, увы. Не мне, не тебе. Дверь не сдвигается, да еще бы не сдвигается.
не в этой игре, блядь. И что, сейчас будет бой с нечто? Или что? Где же мой вертолет, блядь? Ну, там, типа, палатка какая-то. А, где? Типа, окей. Хорошо, это что-то интересное. Остался один ключ. Повторяю. Остался один ключ. Ну, блять, охуеть просто. Так, что там внизу у нас? Действительно, все коробки, ну и дела, блядь. Питания нету. А мне надо его запитать, да? Тут я заметил, вообще инвентарь уже нахуй не нужен. Типа у вас каждая часть — это новая игра, да? Потрясающе. Пилюли. Хуя мне пилюли эти ваши. Могу открыть. О, господи. Не могу то, не могу все. Вообще нихуя не могу. Короче, я посидел, я подумал и решил, что, возможно, нам понадобится вот здесь перепрыгать, а еще, еще. Я подумал, что, возможно, нам надо как-то помешать двери закрываться, хотя не знаю, получится или нет. Мне кажется, она согнется. Хотя какая тут физика? Скорее всего, игра сломается, блядь, что-нибудь затупит. Но была не была.
Так, и... Лишь бы... О, святые полигоны, исчезните. Есть. Составить как можно более подробное описание этой среды. Я несколько сомневаюсь в том, что кто-нибудь сумеет найти сюда вход, а тем более выход. Но ответственности с меня никто не снимал. Древние требуют. Спасибо, Филипп. Древние требуют от сотрудников... Уважение друг к другу. О. Сумма синт функциональности нет. Мощь сигнала 0. А где я трубу бросил? Короче, я подсмотрел, что надо сделать с трубой. Вот так вот. Предохранитель ёбнет. Так всегда было. Ну конечно, ты посмотри. Блять, эта игра такая предсказуемая, сука. Стоит только найти выход из ситуации. Вообще нелепый, тупой какой-то, неадекватный, блять. Который вот игра тебе говорит, что вот она вся играется так, а тут внезапно, блять, Это хуя новый этот. Новый выход у тебя должен появиться. И ты такой типа чувак. Ну как во второй части эти трубы. Вот обучение не говорилось о том, что там можно что-то где-то разбивать. А потом раз вдруг. Надо. Ты такой, бля, пиздец. И вот этого не было никогда в игре, а тут раз вы это сделали. Ну, блядь. Молодцы. Работает. Так, ну как, что посмотреть? Хэч, да. Вперед, куда мне не помню. Сейчас мы это сделаем с тобой вместе. Так. Да, капец. Сука. Да господи. Вот, так и стой. Вообще как вылетят мне в затылок. Раз и упал.
не выпни ее, блядь. Так, что это тут у нас? Да, блядь. Здорово, сука. Это что, не надо было? Так, подачу я сделал, да? Давай. Спутниковая, так, статистика выполнить. Доступна норма, функциональность норма, мощность сигнала 20%. Давай откалибруй сигнал. Выполнена проверка связи 1А, давай. Выполнена калибровка, завершена. Окей, теперь отправляем сообщение. Вертолет прилетел. Или чего? Спустили мне коробку. Возможно, кто-то еще возьмет тебя за руку и проведет по оставшемуся пути. Щекаются в собственном дерьме. Есть сколько будет вообще стадий? Это за хуйня. Я так, что за чёрт? Что это за хуйня? Почему, блядь? Я не могу прыгать через это. Хватит свои вспышки белой. Приятно. Господи. Юмор рыжего не пропал вместе с его пульсом. Я проделал один фокус и при этом подумал, что это еще одна виниловая пластинка. Однако нет. Ты рыжий? Это я рыжий. Мой верный товарищ. Я явился не только на Рождество, а на все ближайшее и дальнейшее. Давай
давайте уж пользоваться тем, что есть. Чем просто так валяется в инвентаре. Так. Типа 4 ящика можешь. Я не знаю, что я делаю, я просто что-то делаю. Что за бред? О, может мне надо этой хуйней выбить? Да, смотри, я выбил. Ага. И чё, и куда мне... Сука! Понятно. Раз, два, три. Да блять! Твари. Иди нахуй. Вот это сейчас будет это пиздец. Как мне? Ты посмотри, оно же не перестает мигать. Мне надо понять, как мне лазеры эти перекрыть. Ведь невозможно там прокатить. Ты же смотри, с какой частотой они мигают. То есть, по сути, только первая, вторая, и вот это исчезает. А, ёбаный ты в рот. Да я понял, куда катить. Иди нахуй.
лестница вверх. Ага. Телепорт найден. Это... Опа. Одно есть. Обнаружены ключи. На один меньше предыдущего. Итого два. На один меньше предыдущего, итого два. Так. Сука. Если мне да блять, да крутись ты. Вот так вот.
Так. Количество недостающих ключей уменьшилось до одного. Еще один ключ. Сука, еще один. Смотри, их уже по три, блядь. Ну это разве честно? Короче, смотри, какой слепошарый пробегал столько раз мимо этой лестницы. Блять, это просто пиздос какой-то. Как я мог ее не заметить? Так, что у нас? Да, блять. Еще один странный феномен. У меня такое ощущение, будто за мной наблюдают, хотя и не так пристально, будто бы кто-то слушает мои мысли. Слушай, да, точно! Я слышу тебя, как ты дышишь, как всасываешь каждую мою крохотную мыслишку. Ангел-хранитель! Только превратившийся в маньяка! Как ты попал в мою голову? Где ты? Покажись! Показал? Все. Короче, какая-то хуйня произошла. Что за хуйня? А, я ж в трубе. Все верно. А это значит, где шарик? Ага. Смотри. Последняя. Все, она покатилась вниз. Сейчас там уебет хорошенько. Блять, сейчас мне опять. Да. Да, блядь, я мог другим путем пойти. А, нет, не мог. Здесь же все закрыто. Точнее. А то я думал, блядь, ты этот-то путь нашел. Thank you.
открыт. Выход с уровня открыт. Завершение через 5 минут. Через какое завершение чего? Сейчас надо будет 4 шара искать. Получишь. Ну же давай уже конец. Ладно, это все. Так что давай.